Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и сегодня мы поговорим про цену биткоина. И давайте попробуем разобраться, что это такое. Вот мы видим коррекцию на 4 часах. Вот у нас Market Shifter уже сигналит здесь зеленые точки, типа как сигнал на лонг. И мы рисуем некое W, но это на 4-часовике. А на дневном таймфрейме мы только начали коррекцию. И можем опуститься еще куда-то на 29 или даже ниже, находясь при этом в бычьем тренде. И на недельном таймфрейме, если мы посмотрим, то на свечах Хайканаши еще даже не начиналась коррекция. То есть, конечно же, есть вариант того, что это был ложный заходной в шорт, и всех сквизанут еще. Ну, то есть, грубо говоря, есть у нас с вами три варианта, как всегда. Это зеленый наверх, но он может быть тоже и разной степени зелености. Желтый, который может быть и флетом, и выносом лонгистов, потом шортом, и также выносом шортистов, и потом лонгом. Это все желтый вариант. И красный вариант, ваш любимый, это тузи дно, но потом с последующим отскоком, продолжением роста. Так что вариантов, как всегда, у нас пруд пруди, а реально будет что-то одно. И давайте посмотрим для этого на альткоины, потому что они много о чем нам говорят. Посмотрите на доминацию. Вот, за последние часы и, скажем так, дни мы видим, что доминация уже доползла до уровня 73-74 по TradingView. Отбилась вот от этого уровня. И пошла вниз, видите? Даже без ретестов, без всяких. Так что в моменте, в краткосроке, это говорит нам о том, что альтсезон уже прогревается, и, возможно, он начнется. Если мы пойдем дальше вниз, может быть, перед этим, естественно, вернувшись и протестировав еще раз вот этот уровень сопротивления. В общем, всем альткоин-ходлерам посвящается. Смотрим за доминацией, потому что, что я могу сказать, эфир выглядит увереннее битка. Эфир тоже сейчас рисует вот эту W заходную. Давайте смотреть, как эта W отыграется и на битке, и на эфире. И что будет дальше? Не будет ли это ложным разворотом, и мы уйдем в коррекцию все-таки? Либо, может быть, эта W отменится, если у нас сейчас ждет вот такой вариант. Поэтому, конечно, сейчас самое трезвомыслящее было бы вообще остаться вне позиции, частично в тезере, частично в крипте. Ну, кто криптоходлер, просто в крипте без плеч сидеть. Кто спекулянт, чисто долларовый, то в тезере можно сидеть сейчас. При этом эфир к битку уверенно дает импульс, посмотрите. То есть, по идее, эфир к битку сейчас на самом деле лонг. И это будет означать, что даже на падающем рынке к доллару эфир будет либо медленнее падать к доллару, либо даже расти к доллару. Насколько будут сильные здесь пампы, от этого зависит. Насколько он вырастет к доллару. Вот, и соответственно лайткоин тоже к доллару посильнее битка сейчас выглядит. И к битку тоже лайткоин уже прощупывает днище. То есть в целом это разворотная история. То есть это локальная коррекция, скорее всего. Вот, посмотрите, лайткоин на недельном таймфрейме к биткоину. Он еще даже не вышел из треугольника. Но это, конечно, слишком глобальный был треугольник. Но в принципе он такой и есть. Вы можете соединить вот так еще по телам свечей, но это дело не меняет. Вот мы у нижней границы треугольника находимся, который может, конечно, пробиться вниз, но это означать будет скам лайткоина. Поэтому смотрите за тем, как мы пойдем вот так к биткоину. И вот здесь выходите, потому что потом опять он пойдет вот так. Вполне вероятно. Если этот пузырь на лайткоине будет надут вообще. Вот, биткоин кэш очень хорошо пошел. К USD, посмотрите, он прямо разворотную волну такую рисует. То есть у нас как бы сейчас будут вот эти вот ABC коррекции, допустим, смотрите, вот была волна падения, потом была ABC коррекция и опять волна падения. Сейчас у нас рост, то есть в момент роста у нас тоже ждут какие-то вот такие ABC коррекции и потом опять рост. Вот что будет происходить с нами глобально по всем монетам сейчас, ну по многим. Ну а Dash, посмотрите, его не то что опасно шортить, его опасно упустить лонг сейчас. Потому что по Dash, ну что, три варианта, как обычно, красный, желтый и зеленый. Но это суть не меняет. Какой бы из этих трех вариантов ни отыгрался по Dash, в него нужно в любом случае зайти в лонг. Вот, какие-то такие мысли, что эфир классик, то же самое. По остальным монетам даже не буду идти, Zcash, кто там спрашивал. И так далее. Там стопудово точно такая же картина. В целом все лонг. Альты к биткоину выглядит абсолютно по-лонговому. И также, чуваки, Bybit
добавили новые бонусы всем, кто когда-либо зареган по нашей ссылке. Вот, бонусы щедрые, даже за 0.01 битка вот можно получить 15 плюс 100 долларов, за 0.05 битка 50 плюс 100, за 0.1 100 плюс 100, за 0.5 300 плюс 100 и за 1.5 битка 500 плюс 100. Все здесь написано. Для получения бонуса перейдите по этой ссылке, копируйте промокод Jackpot и вот по этой ссылке вводите в призовом центре. Вот здесь. Бамс. Забираете бонус и торгуете. На Bybit можно сейчас очень круто прокатиться на этой волатильности, торгуя эфиром в марже прямо, и риплом тоже. Ripple, кстати, Bybit одна из немногих площадок, где они закрыли пока торги Ripple. Так что вот. В целом, альты, короче, на самом деле к биткоину скоро будут стрелять. Это 100%. По теории вероятности просто. А все остальное аккуратней. Стопы подтягивайте и по возможности не сидите в позиции. Лучше переждать, мое мнение. Вот. А так что? Ну, набор Даша абсолютно точно. Как и набор всего остального. Набор просто ведрами. То есть, еще раз, буду делать скоро про это видео. Но вот Dash к битку уже набор по рынку и к Dash к эфиру. Вот, но давайте не забывать при этом все же, что мы еще находимся в массивном бычьем рынке, и глобально ничего не поменялось. То есть да, мы можем увидеть какие-то очень серьезные коррекции, скажем, даже до уровня там 20 с чем-то тысяч, но потом, по идее, так же быстро нас откупят наверх и повезут дальше еще по экспоненте, как это было раньше на протяжении всей истории битка. Так что, кто собирается это шортить, будьте осторожны. Потому что тренд у нас бычий, вот месячные свечи. Мы выглядим очень уверенно. И по коридору BM Bands мы еще даже не дошли до середины. То есть мы как бы дошли до середины, но это логарифмическая шкала. А если мы будем смотреть без логарифмической, то там еще вон пахать и пахать. Поэтому коррекция будет обязательно, может быть резкая и сильная. Поэтому будьте осторожны, еще раз говорю, можете отыгрывать вот такой сценарий. На свой страх и риск ходл позицию лучше вообще не трогать. Спекулятивную позицию лучше продать, пока мы не видим четкой картины. Ну, кто-то на свой страх и риск может это шортить, но возможно, что рано, я вот что говорю. То есть шортить по-любому нужно будет вот здесь, даже может быть еще выше, но уже с таким более уверенным прицелом на средний срок. А сейчас лучше добирать лонги, стараться вот здесь, вот здесь. Может быть, как-то так, гайс. Напишите, что думаете вы об этом в комментариях. Потому что очень интересно, куда пойдет цена биткоина. Ну ладно, все, сегодня вот такой короткий обзор. На связи. Добавляйтесь в телегу. На канал, ставьте лайк. Всем профита и скоро увидимся.